Руслан Зудиевич, насколько вы считаете закономерным итоговый счет? Ну, счет на табло 2-1. По игре была равная игра. Второй мяч привезли сами себе. В первом тайме было неплохих. Несколько эпизодов было неплохих, особенно в быстрых атаках. Немножко неправильно распорядились, техническое мастерство подвело футболистов. Так, равная игра. Могли как мы свести ее в ничью, так, я думаю, выиграть могли. Просто не распорядились правильно теми моментами, полумоментами, какие мы создали в первом тайме. Ну, во втором их было гораздо меньше, там немножко сумбура было, особенно в концовке. Вопросы от прессы. В чем видите прогресс у ребят и чувствуете ли, что победы уже на подходе? Прогресс есть. Хотелось бы, чтобы, конечно, немножко побыстрее это все проходило. Прогресс есть. Я думаю, в ближайших турах победы придут. Как выбираете между Кортневым и Даровских? Ну как, Слава тренировался всю неделю в основном составе. Поэтому у нас практически его не было. Там он получает хорошую нагрузку. Там работает с ними квалифицированный тренер. Поэтому решили сегодня поставить Кортнева. Стало ли легче с появлением Мануковского? И можно ли назвать его в какой-то степени играющим тренером? Да, Саша выполняет функцию играющего тренера. В плане игры, в плане борьбы стало немножко полегче. Единственное, хотелось бы еще, чтобы он управлял и на поле игроками, партнерами, я имею в виду.